Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Хочу вам показать свой перчик острый сорта матча. Посмотрите, какая у меня хорошая рассада. Прелесть. И всхожесть очень хорошая. Урожай крупноплодный. Урожай. Перчик крупноплодный. Простой в уходе. Толщина стенки 5 мм. Слабо острый. Видите, здесь так поделен на категории. Вот четвертая это. Даже половина процента острости нету. К четвертой группе относится по жгучести. Вот так вот такой вот красавчик. Матча. Матча. Прелесть. Хочу его нафаршировать на зиму, мясом заморозить. Сделать голубцы с него. Так, здесь все сказала, что это среднеспелый, для маринования очень хороший и для приготовления различных соусов. Куст полураскидистый, 75-90 сантиметров. Куст сильный, большой. Плоды технической спелости зеленые. Их можно срывать через 115-125 дней от полных сходов. А почему зеленые, если на картинке красные технической спелости? Ты не поняла юмора? Плодоножка короткая, вдавленная, толщина сетки 5 мм, как я сказала. Мякоть ароматная, сочная. Ну что, 125 дней нужно прождать, чтобы получить урожай. Будем, мои дорогие друзья, в середине апреля высаживать. Буду смотреть по погоде. Покупать дополнительные дуги и буду сажать. Вот и все. Показала вам, как у меня растет и развивается рассада острого перчика сорта мачо. Ну разве не красота? Очень красивый. Я довольна. Вот перец у меня хорошо в этом году. Рассада растет. А помидоры это что-то ужасное. Много гибнет.